Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Я уже немерено, скажу вам честно, времени убил на прохождение. Один раз я там снова и поменял немножко тактику и древнее прошел. И решил вам на видос записать. После этого я чисто полчаса задрачивался опять с этим прохождением, потому что просто бешеное получается вот это вот испытание из-за того, что этот смотритель может наложить молчанку, и если он налаживает молчанку, соответственно, ваш атлант вот так вот просто выгребает, если вы его первым кинете. И в этом самая большая проблема теперь, потому что на них пятые ремки, и, соответственно, атланта вы первым не можете выпустить, вам приходится жертвовать каким-то героем. Плюс посмотрите, сколько здесь отхила дает смотрителя, и просто тупо шатают с одной плюшки. Вот это больше всего вымораживает, что если вы даже там останется у вас там один Фрэнки вражеский где-то сейчас вдали, он просто тупо ушатает моих героев, хоть их там будет 3, 4, 5, хоть даже все, они могут просто тупо его не убить. То есть тут нужен разгон, нужно слить вот так вот стрелка. Желательно вытащить сюда еще паладина, чем подальше. И просто вот так вот слиться. Потому что шансы на то, что вы удачно зайдете, очень маленькие. Вот смотрите, у меня вроде сейчас, кажется, все герои есть, но сейчас Фрэнки может просто нас тупо ушатать. Вот смотрите. То, о чем я говорил. Все. Вроде казалось бы все круто, но зачем создавать такие подземки, где без доната, если с донатом уже, скажем так, сложно. Да, это как бы интересно. Это все интересно, но я думаю, что есть какая-то грань. Ну, посмотрите на эти отхилы. Для обычных бездонатных игроков даже сюда дойти это будет нереально. Там, я знаю, даже до 36-го они предыдущего даже не дойдут. По сути, камней у нас тут дают не намного больше. Вот стрелок отхиливается, блин, в районе, я не знаю, сколько там у него миллионов жизни, но просто он от смотрителя получает full отхил, как и все остальные. Ну, я считаю, это не есть нормально, честно говоря. Ну, вот и все, мы их всех посливали. В общем, такие вот, ребят, пироги. Ничего веселого нету, даже новый герой мне не особо тут помогает. Потому что это какой-то Unreal, честно скажу. Герои убиваются, вот посмотрите, с одной плюшки. Все, просто героев нет. Пятые ремки, не пятые ремки, там священный огонь, не священный огонь. Я единственный раз был, только смог затащить ее и, говорю, просто чисто вышел, чтобы вам показать этот весь трешечок, который здесь происходит. С такими отхилами, блин, ну я даже не знаю. Вот сейчас казалось бы, блин, круто зашел, так забежал. Оставалось, бывало, оставалось два Дрейка. Просто с плюшки шатают. Сейчас попробуем отсюда забежать. Ну вот, смотрите, просто вынесли. Но лучше Атланта выпускать все-таки наверху, вот здесь. Чем хорошо то, что мы сливаем там стрелка в любом случае, сливаем сбоку. Ну и плюс у нас есть шанс того, что мы сольем этого. Блин, не с того стартанул. Сольем Асуру. Потому что Асура, как вы знаете, просто жест. Ну, посмотрите, вот Фрэнки. У меня сейчас опять остался один Фрэнки. И он просто тупо не один, даже двое их осталось. И все, я ничего не могу сделать.
Придется сюда все-таки брать на разборке Минотавра. Вот нравится мне, как тут смотритель хилит. Просто какой-то он нереальный. Вот сейчас, кстати, был офигенный заходик. Но опять же, просто сливают. Ух ты, а что это было? Вот посмотрите, как офигенно я был завис, и я ничего не смог сделать. Короче, вот так вот. Я не знаю, сколько попыток еще уйдет на прохождение. Я решил просто вам показать, чтобы вы не расстраивались. Эти подземки просто... Я не знаю, до 45-го, конечно, когда-то мы дойдем. Но судя по тому, что я сейчас вижу, вот я не могу просто Фрэнки убить. Ну как мне его убить? Ну, вот. Смотритель вражеский включился и сразу же резнул там пару миллионов. И моих ушатал. Каким фигом дальше бегать? Ну, тут понятно, тут еще можно пройти. Как бы я шанс видел, но, блин, а что дальше будет? Ну вот реально, если разобраться, что будет дальше в этих подземках? Просто смотрю эти мои прокачки, там 12-е, уклонения там и прочая фигня, они нифига не помогают. Посмотрите, вот мы сколько зависели только что, мы просто не смогли убить кого-то там. Кого мы... А, Сет, думаю, не смогли убить, ну что там. Еще и плюс приходится одним героем жертвовать. Вот сейчас круто вошли. Потеряли разгон. Во-во-во-во. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте. Посмотрите, сколько у меня героев живых. Я сейчас буду орать. Они сейчас просто все тупо сольются. Все. Бред полный. Не то слово бред. Просто жесть. Вот смотритель отхилил на фул стрелка, и стрелок сразу же на фул слился. Мне надо выбирать оттуда там седна. Лучше там не буду кидать героев. Хотя с другой стороны, если я седну сейчас не солью, я тут уже в принципе вообще ничего не смогу сделать сейчас. В общем, ребят, вот так вот. Вы там, ну вы там держитесь, как говорили. Вот это аналогично и здесь. Ну вы там держитесь. Воу-воу-воу, полегче. Я же говорил, полегче. Вот, вот, вот то, о чем я вам и говорил, ребят. Посмотрите вот на эту фигню. Остается у вас там 1-2 героя, и они просто вас шатают. Вроде казалось бы, блин. Честно скажу, я даже фиг его знает, что тут делать. Вот вроде добиваешь так героя, вроде нормально все. Сейчас попробую еще разок так забежать через Фрэнки. Не, через Фрэнки лучше уже не бежать. Стрелок остался живой. Тыковку сливают. Без тыквы мы тут ничего не можем сделать. Ну, плюс Седна, как видите, она тоже сейчас... На Фрей остается. Давайте попробуем другой вариант.
Атлант не включился. То есть такие вот перье. Стрелка мы ушатали. Отлично, паладин, иди сюда. Иди, дорогой. Ну все, герои разбежались, все разбег. Ой, короче, вот такое вот, ребят. Не знаю, что вам сказать по этому поводу. Но это все реально печально. Я, конечно же, ее пройду рано или поздно, но... Я хотел бы, честно говоря, посмотреть на красавчика без доната, который сможет сюда долезть. Вот это было бы интересно. Именно без доната. Что он, насколько далеко он сможет пройти. Атланта ушатали, Купа ушатали. Ну просто что-то нереально. Посмотрите, Франки просто мне не дал ничего сделать. Окей, берем не такой вариант. Выбираем отсюда Фрею. Просто поставим сюда Минотавра. Так, стартанем мы с Анубиса. Возможно, сейчас такой вариант лучше зайдет. Возможно, нет. В чем плюс Минотавра? Он у нас сейчас просто будет Фрэнки тормозить. Скажем так, он не будет давать ему набирать энергию, так как и хотелось бы. Но видите, что делается дальше. Дальше у меня просто уже некем бить. Мне даже не на ком зацепиться. Сейчас попробуем через Фрэнки еще забежать таким же образом. Если повезет. Вот, кстати, сейчас тоже такой вариант не катит. Видите, что на стрелке получается. Тень умерла и не дает ему набрать энергию. Вот отлично, вроде отсюда заходит, должен получиться. Поехали. Минотавр у нас сдох сразу же. Не, не вариант тоже. Все-таки лучше оттуда начинать. Вот смотрите, Агникрыл вроде круто бьет. Грубая сила, порочный пак, но все равно этого не хватает. Попробуем все-таки опять через паладина бежать. Вот Минотавр сейчас дал стан. Еще раз дал стан, видите? Но это меня не спасет. Мне не на ком разогнаться. Ой, короче, такое вот, ребят. Веселуха полным ходом. Напишите в комментах, что вы думаете по поводу этих мега-имбовых нововведений. И, кстати, героя тоже заметил. Что-то не так быстро вылазят все. Вот дерево тупит.
Вот такой вот вариант еще. Ну, опять же, посмотрите, сколько мне автопрока и как дерево долго только что резало. Все, что у меня осталось, это лишь пару теней. Жесть. Просто нет слов. Красавчики. Спасибо вам за то, что мы теряем пару часов в жизни. Ну что это такое было? Почему, блин, они дохнут сразу? Они не должны так дохнуть, даже об этот долбанный щит. Вообще нереально ее убить, эту седну. Просто бесит уже. Хилу стрелка, я офигею. Где мне такого стрелка, блин, найти? Ну, короче, вот так вот, ребят. Издевательства продолжаются. Ничего себе, там Фрэнки ушатался. Вы видали это? Вот это победа была бы. Вы посмотрите, чуть дальше делается. На меня просто Дрейки сейчас просто ушатали. Вау, 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 ничего себе, какой разгон. А спасет ли он нас? Вот это вопрос. А он нас нифига не спасет. Бредняк полный. Полный бред, а не локация. Попробую выпустить Бигфута, чтобы заморозило. Толку от этого никакого не будет. Так, ударил Минотавр, раз. И все, и до свидания. Толку, опять же, видите. Короче, так, Минотавра уберу, поставлю хранителя. Может, хоть быстрее разгонится. Ну, немножко урона прибавится. Сейчас посмотрим, конечно, или сильно нас это спасет. По-моему, немножко лучше получилось у нас. Но опять же, видите, да, что делается? Во-во-во-во, вот это было, конечно, весело только что. Хороший был заходик. Но у меня, по сути, не осталось кем бить. Нереально. Но интересно. Себе у нас слился в рэнке. Это что-то новое. Было интересно. А ну-ка еще заходик. Так, Анубиса у нас ушатали. Стрелок ушатался теперь.
Пробуем вот так вот. Ого. Ого. Ну а дальше что? Но видите, проблема в том, что герои, даже если вот сюда и забегают сейчас, у меня сейчас просто нереально, даже от хила не хватит. Да уж, вот это так, веселье мне не нашли. Тыковка осталась еще. Ну, дай разгон, блин. Да ладно. Посмотрите на этот бред, ребят. Ну, просто жесть. Да, мои малыши заколупают. И у нас осталась одна эта. На месте. А хороший, удачный был заходик, потому что тыковка дала хороший разгон. Ну, вот такое бывает, как видите, очень редко. Ну вот, кстати, отсюда заходить неплохо получается. Сейчас, по крайней мере. Но этого все равно не хватает. Вот немножко только герои замедляются, все. Нереально просто дальше становится. Да, скорее всего, лучше даже сюда Анубиса не бросать, потому что там Седна просто делает жесть. Попробуем его сюда закидывать. Как вариант. Он тогда хоть будет немножко жив. Ух ты! Ого, нифига себе! Вы видели, да, какой был разгон? И все, и мы все просрали. Просто тупо просрали. Жесть, конечно, обидно. Осталось дерево, я не крыл. Ничего, они тут вдвоем. Фрэнкин. Жесть. Кстати, неплохо отсюда получается. Возможно, такой вариант и лучше всего будет. Ну, стрелка не убили. Сейчас мы попрощаемся со всеми. Вот, кстати, тоже. Еще один небольшой нюанс. Надо на ком-то зависать. Если я не зависаю, как видите, у меня герои просто шататься будут. А если я не зависну, не получу разгон. Тут сейчас варлок нас всех нафиг снесет. Так, кстати, зря тоже сюда не надо так пускать его.
Ой. Сори, ребята, сори. I'm very sorry. Сразу минус тыква. Ну каким образом сразу она минусуется? Ну что за фигня? Сколько можно уже, ну? Издевательство просто. Нахрен эти было ремки добавлять? Из-за них просто тупо теряются попытки. Тут я сейчас неправильно начал, надо было дождаться. И разогнаться на этом. Сейчас нас тут седны. Просто накроют. Ничего себе. Ну почти. Нужно было начинать выкидывать героев с паладина, но я не видел. Опять же, я не видел, что там слился Фрэнки. Очень, в общем, много должно быть разных совпадений, чтобы нормально затащить. Вот, отлично. А теперь видите, вот о чем я говорил. А тут на паладине мы разгоняемся. Запускаем нашего Атланта. На Атланте сейчас некоторые автопрокеры могут слиться. Вот так вот. Ебой. Ну только не слейтесь, блин. Там еще и огнекрыл в тотеме. Вообще чудесно. Ну что, ребят. Вот такая вот 37-я. 37-е древнее. В общем, можете меня поздравить. Один час жизни я на ее убил. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.